пятницу в 10 часов будет замминистра социального развития со своими коллегами. Для того, чтобы понять, кому нужна адресная социальная помощь. Кто из ваших знакомых нуждается в срочной социальной помощи и поддержке? Может быть, кому-то нужна сиделка. Может быть, кому-то нужны технические средства реабилитации. Все важные вопросы напишите на бумажке. Напишите свою фамилию, имя, отчество и принесите сюда. Придите. Будет подробная консультация замминистра. Может быть, и министр сама придет. Поэтому мы уже сегодня должны обсудить, что нам необходимо. Это очень важный вопрос. Мы подготовим официальное письмо, и уже они будут отвечать конкретно по каждому индивидуальному случаю. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы приходите к нам, уделяете вопросы, разбираете все вопросы, важные на сегодняшний день. На сегодняшний день.